Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. В прошлом видеотопе я рассказал вам о 10 прекрасных и, возможно, лучших играх с 8-битных систем. Если вы его еще не видели, то вверху справа сейчас выскочит подсказка. Но прогресс никогда не стоит на месте. В итоге лучшие умы человечества подарили нам легендарную 16-битную консоль, которая заметно вывела игровую индустрию на новый уровень. Приставка была выпущена в 1988 году в Японии как Sega Mega Drive, спустя год в США с названием Sega Genesis и в 90-м году для рынка Европы, но снова с японским названием Mega Drive. Что ж, как и прошлое видео, это не совсем топ-10. Игры выстраиваются не от лучшей к худшей или наоборот, а я лишь вам назову 10 одинаково крутых, залипательных и лучших, по моему мнению, игр. И сразу скажу, что выбирать десятку было очень сложно, потому что консоль просто переполнялась хитами. И видео, скорее всего, получится дольше первого. Ну, поехали! Первая игра, о которой хотел бы рассказать, это Zero Tolerance. Игра появилась на свет в 1994 году. Я гордился тем, что ко мне попал картридж с этой игрой. Те, кто владели консолью Sega, прекрасно помнят, что картриджи на эту систему стоили просто дохренище. Даже самая простенькая игра стоила в два раза больше, чем один диск на консоль Sony PlayStation первого поколения. А если игра была крутой, например, такой как Zero Tolerance, то даже в 4 раза дороже. Да-да, ребят, стоимость на игры выставлялась в зависимости от их крутости, а не так, как это было с дисками на PlayStation, где все по одной цене. Так вот, Zero Tolerance — это был какой-то шедевральный шедевр. Игру можно было охарактеризовать как шутер или как хоррор-шутер от первого лица. Подобных игр на Sega было всего лишь 4 или 5. В игре большую часть экрана занимает игровая статистика, а под сам геймплей нам выделили буквально центр. Сейчас так, конечно же, никто не делает. В наши дни, скорее всего, каждый диванный эксперт из своей норы орал бы: «Какого черта здесь столько лишней инфы, мешающие геймплею», и все в этом духе. Но знаете что? Нам тогда было наплевать. Каждый показанный нам пиксель был важной частью игры, и эти самые ограничения видимости только усиливали эффект замкнутого пространства. Эта игра цепляла своей атмосферой, своей необычностью для того времени. Ее даже в хорошем смысле сравнивали с игрой Doom, которая появилась на свет всего годом ранее. В Zero Tolerance были реализованы анимированные текстуры, эффект брызг крови, стекающих по стенам. Игра огромная, в ней целых 40 уровней, разделенных на 3 локации. Подобно игре Doom, нам следует найти лестницу, дверь или лифт, чтобы перейти на следующий этаж, он же уровень. У нас даже был выбор из 5 персонажей, где каждый имел свою специальность. Это влияло на игровой процесс и набор предметов в начале игры. Присутствовал также внушительный выбор оружия, кое-каких примочек и была возможность наваливать врагам голыми руками. Черт, да был даже режим мультиплеера, но для него требовалось 2 приставки, 2 картриджа, 2 телевизора и кабели для соединения приставок. Можно было проходить сюжетку в кооперативе. Вот честно, могу говорить об этой игре буквально бесконечно. В очередной раз я себе сейчас дал понять, что это видео будет довольно продолжительным. Но нам бы уже двинуться ко второй игре. И, ребят, кто не играл в Zero Tolerance, быстро ставьте эмулятор себе, вот просто куда хотите, хоть на телефон. И приятного вам прохождения. А мы движемся дальше. Игра номер 2. Это небольшая серия игр из 2 частей. Earthworm Jim, по-русски Червяк Джим. Друзья, это просто нечто. Первая вышла в 94-м, вторая в 95-м году. После успеха первой части сиквел не заставил себя долго ждать. Это очень прикольный платформер, где главным героем является червяк по имени Джим, который носит то ли костюм, то ли скафандр, но он роботизированный, и в результате попадания Джима в сей костюм он мутировал в крупного и разумного супергероя. В игре присутствует очень детальная анимация, продуманный игровой процесс и много-много юмора. Есть даже озвучка, прикольные крики, визги, короткие фразы и все в этом духе. Геймплей насыщенный и разнообразный, уровни яркие и напичканы приколами, есть даже секреты и простенькие головоломки. Подход разработчиков данной игры очень напоминает подход к игре Battletoads. Каждый уровень в игре, несмотря на геймплейную схожесть большинства из них друг с другом, имеют уникальную механику прохождения. Например, на одном из уровней червяку из оружия доступен только бластер, с помощью которого нужно бурить песчаные стены для прохождения многих участков, а сам уровень ограничен по времени, которое можно пополнять сбором часов. В противном случае червяка завалит
залит песком, что ведет к потере большого количества очков жизни. На другом же уровне Джим летит на своей карманной ракете над поверхностью уровня, с которого червяка атакуют враги, а основная цель уровня – донести воздушный шар с бомбой до конца, после чего взорвать его. Некоторые уровни игры являются дополнительными и служат только для большего получения оружия или жизней. Другие же встречаются несколько раз во время прохождения, и с каждым разом в них повышается сложность. В конце некоторых присутствует битва с боссом, для каждого из которых тоже требуется своя тактика, чтобы одержать над ним победу. То есть некоторым достаточно лишь одного действия, а другие требуют постоянную атаку для их уничтожения. Картридж с этой игрой также стоил хороших денег, как и Zero Tolerance. Кстати, сразу скажу, чтобы больше не повторять одну и ту же фразу. Все без исключения игры в сегодняшнем топе были дорогими. И мы движемся к нашей следующей игре, которой стала Comics Zone. Игра в жанре аркадный экшен вышла в 95 году. Изюминкой было то, что игра была стилизована под комикс, где и разворачивается все действие. Музыку к игре написал американский композитор Говард Дроссин, который также писал музыку ко многим известным фильмам и другим играм. Саундтрек к этой игре даже вышел потом на отдельном диске. Над графикой работали художники комиксов, а персонажи игры были перенесены с реальных людей методом оцифровки и технологии захвата движения motion capture, благодаря чему выглядели и двигались с великолепной для того времени реалистичностью. Сейчас эта технология, конечно, применяется повсеместно, но тогда это было чуть ли не инновацией. По сюжету жил-был такой чувак по имени Скетч Тернер, художник и рок-музыкант. Сидит он себе вечерком с приглушенным светом и работает над новым комиксом. Вдруг началась сильная гроза, и одна из молний попала к нему в дом, и буквально на его рабочий стол, где он рисовал комикс. В итоге главный злодей этого комикса прямо из его страниц хватает Скетча за горло и закидывает в его же комикс, откуда нам и предстоит выбираться все три эпизода, каждый который поделен на два уровня. Она невероятно красочная, а физика потрясает своей глубиной. Все эти удары, различные комбинации, прыжки, сдвигания предметов, разнообразные, уникальные, детально проработанные враги, каждый со своей особой атакой. При этом игру нельзя было назвать простой, по уровню сложности она примерно была чуть выше средней. И интересно было перепроходить ее, потому что атмосфера звала игрока обратно. Также саундтрек сыграл свою роль, я помню несколько раз даже просто включал картридж, чтобы просто послушать музыку. Черт, да нам даже три разные концовки запилили. Ребят, вот не шутка, я не могу прийти к каждому из вас в дом, привязать вас к столу и под страхом смерти заставить поиграть в эту игру. Но я могу вам ее сейчас от всей души порекомендовать, что я и делаю. Те, кто уже играл, очень хорошо меня понимают, а тем, кто упустил, не упускайте. Движемся дальше. Игра номер 4. Contra Hard Corps. Это была шестая игруха из серии игр Contra и была выпущена компанией Konami в 1994 году. Все уровни данной игры имеют вид сбоку, что мы уже привыкли видеть в данной серии, но особенностью было то, что прохождение стало нелинейным. В некоторых местах нам предоставляется выбор дальнейших действий. Внимание! В этой игре было 6 разных консолок и 4 разных персонажа, отличающимися некоторыми характеристиками, включая вооружение. Между уровнями происходит объяснение задания, сопровождаемое показом картинок. Также диалоги присутствуют и внутри уровней, обычно в виде разговоров с боссами. В отличие от предыдущих игр серии, задние планы были хорошо прорисованы и на них иногда что-нибудь происходило. Также в этой игре появился важный элемент – подкат. Во время выполнения подката персонаж становится полностью неуязвимым и может нанести урон противнику. Многие атаки оппонентов и боссов возможно избежать только подкатом. В прошлых-то сериях герои двигались довольно медленно, а теперь подкат – одна из составляющих динамизма Contra Hard Corps. Не знаю, стоит ли уже говорить, что уровни очень разные и не скучные. Боссы, даже промежуточные, очень красивые, своеобразные и детально проработаны. А сюжет в игре в некотором роде напоминают сюжет кинокартины «Терминатор» и «Я, робот» с Уиллом Смитом, когда роботы слетели с катушек и начали атаковать случайных прохожих. По итогу отряд Hard Corps получает приказ уничтожить безумные машины. И, как оказалось, это задание было лишь началом их противостояния силам зла. Кстати, музыку к игре написал Акира Ямаока. Вы точно знаете этого гения в мире музыки, так как он был композитором почти во всех Silent Hill'ах. Да, компания Konami в свое время собрала многих гениев, если вы понимаете, о чем я. Звуковое сопровождение очень скиллово подчеркивает и усиливает каждый момент в игре. Чуть не забыл отметить кооперативный режим. Да, в игру, конечно же, можно было играть вдвоем. Берите своего лучшего друга и вперед сражаться с роботами.
Ну а у нас игра под номером 5. Ёжик Соник. Серия игр Sonic the Hedgehog растянулась на три части 91, 92 и 94 года. Игра была выпущена компанией Sonic Team, которая являлась одной из подразделений корпорации Sega. Компания состояла всего из 7 человек. И вот этой небольшой банде людей руководство издательства Sega поручило разработать игру, тираж которой составил бы более 1 000 000 экземпляров и персонажа, который мог бы стать символом компании. Ответственность довольно-таки приличная. Было очень много вариантов дизайна главного героя, но в конечном итоге разработчики остановились на ежике синего цвета по имени Соник, созданным художником Наото Осимой. Вот так, дорогие друзья, творится история. Всего 7 человек положили начало легендарного персонажа, которого в наши дни знает буквально каждый, включая тех, кто не играл, не смотрел мультфильм или кино. Игры серии выполнены в двухмерный график. Если на пути не встречаются препятствия, Соник быстро набирает скорость. При достаточно быстром беге ежик без проблем преодолевает мертвые петли, а при сворачивании в колючий клубок он еще быстрее скатывается со склонов и может пробить стены в труднодоступных местах. Прохождение каждого акта ограничено 10 минутами. В зависимости от затраченного на прохождение времени, в конце акта игроку присуждаются бонусные очки. Главным же достоинством этой игры, помимо интересного персонажа, считается графика. Разработчики использовали прекрасные живые краски в анимациях и фонах. Задние планы были просто великолепными. Проект даже в наши дни остается симпатичным и красочным, а работа графического движка, в создании которого было вложено много труда, поражает своим великолепием как старых игроков, так и новичков. Сейчас бы какой-нибудь файтинг. Что же приходит на ум? Игра под номером 6. Mortal Kombat 3 или слегка дополненная Ultimate Mortal Kombat 3. Этот самый файтинг был хитом во всех точках, где можно было за деньги поиграть в приставку Sega. Да практически каждые выходные мы с друзьями просили у родителей денег, чтобы пойти позалипать в эту вот игруху. Тех игроков, которые на тот момент уже успели поиграть в первые две части серии Mortal Kombat, в этой игре ожидало множество нововведений, которые освежили игровой процесс и вообще представление людей о том, каким должен быть крутой файтинг. Во-первых, появился бег. Очень полезная фича, которую, если с умом использовать, помогает нанести сопернику удар до того, как тот успеет его заблокировать. Во-вторых, система комбо, заранее запрограммированная разработчиками последовательность нажатия кнопок. После того, как хотя бы один удар попадет в противника, все остальные удары комбо становятся неблокируемыми. Впервые некоторые уровни стали частично интерактивными. Противника можно было выкинуть апперкотом сквозь потолок и продолжить битву на другой арене. Эта возможность также позволяла изменять последовательность уровней в игре. Подбросить противника на иную арену можно было обычным апперкотом или апперкотом, который был частью комбо. Еще одна новая идея, реализованная в МК3, это шестизначные комбат-коды. Различные комбинации, которые нужно набирать на экране с изображением противников перед боем в режиме для двух игроков. Коды позволяли изменять геймплей, драться со скрытыми бойцами и боссами или выводили на экран скрытые послания разработчиков. Сама игра выглядит мрачнее, чем предыдущие игры серии и используют более темную и менее насыщенную палитру цветов. Персонажи смотрятся более реалистичными. Многие арены в игре созданы впервые с использованием рендерной 3D-графики. Изменения коснулись и саундтрека. Восточные мотивы, преобладавшие в предыдущих частях игры, заменены на современную музыку. Блин, а ведь это был первый картридж, который у меня появился вместе с приставкой. Родители купили именно его, потому что я им все уши прожужжал о том, какая эта игра крутая. Но что хочу сказать тем, кто в эту игру тогда не играл, я и не советую в нее играть сейчас. Наверное, нет смысла, просто потому что это файтинг, и в наши дни существуют более продвинутые игры серии Mortal Kombat, например, три последние вышедшие части. Вот лучше подолбитесь в них. Ну а мы движемся дальше. Игра номер 7. Приключения Бэтмена и Робина 1995 года, изданная компанией Konami. Эти метры снова радуют нас шикарной игрой на 16-битной системе. Я также не смог обойти стороной эту игру о Бэтмене. В игру можно играть как одному, так и вдвоем с другом. Она представляет собой сайд-скроллер в стиле Contra. Игрок может играть за Бэтмена, либо за Робина. Но, камон, кто хочет играть Робином, я вас умоляю. Все играли мастером Уэйном. По сюжету из психушки Аркхэм с помощью мистера Фриза сбежали трое опасных злодеев Готэма. Джокер, Двуликий и Безумный Шляпник. Нам надо их отловить. Уровни очень отличались друг от друга. Нечто общее есть с игрой той же компании Konami Contra Hard Corps, о которой мы говорили с вами совсем недавно. Был уровень на Бэткрыле, также с использованием реактивного ранца. В игре имела место шикарная физика. Тумаки, которые Бэтмен раздавал своим врагам, ощущались очень натурально. Также в игре, прям как в Контре, было огромное количество спецэффектов и своеобразных боссов, которым необходим разный подход. Музыка и звуковые эффекты также были очень шикарными.
шикарными. Да, эту игру я тоже несколько раз включал, просто чтобы музыка фоном играла. И на моей памяти именно эта игра о Бэтмене считается лучшей на 16-битной системе. Но у нас уже дожидается игра под номером 8. Точнее, в этот пункт я запихнул две игры, которые были одинаково необычными для того времени и до сих пор запомнились мне именно таковыми. Это игры Another World и Flashback, разработанные одной и той же французской компанией Delphin Software в 91 и 92 году соответственно. А игра Flashback вообще отмечена в книге рекордов Гиннесса как самая продаваемая французская игра в истории. Игры отличались плавной анимацией персонажей, вручную нарисованными задниками, псевдо-трехмерными анимационными роликами и выглядели игры очень продвинуто для своего времени. При их создании использовалась техника покадровой ручной обработки изображений. В играх довольно интересный сюжет. Another World повествует нам о молодом ученом физике, который проводил физический эксперимент на резонансном циклическом ускорителе, когда молния ударила в установку. В результате произошедшей реакции ученый оказался заброшен на неизвестную планету, где он подвергся множеству опасностей. Ему противостоят опасные животные, технические ловушки и огромные гуманоиды, заточившие его в тюрьму и пытающиеся убить. Сражаясь с врагами и разгадывая хитроумные загадки, герой должен выжить. А Flashback рассказывает историю Конрада Харта, сотрудника Галактического бюро расследований, который случайно раскрывает заговор маскирующихся под людей пришельцев. Его похищают и стирают ему память. А действие игры происходит в 2142 году. Особенностью данных игр являлся значительный квестовый элемент, включающий разговоры с многими персонажами, решение разнообразных вопросов, получение необходимых предметов и использование их. Вот эти две игры учили нас думать, а не тупо бежать и стрелять во все вокруг. В те годы это был очень необычный и очень интересный опыт. Я бы с радостью поиграл в современный ремейк этих двух игр. Да, и эти игры я также рекомендую к прохождению в наше время. Кстати, существуют ремастеры. Игра номер 9. Toy Story. По-русски «История игрушек». Игра основана на одноименном мультфильме и повторяет его сюжет, но с небольшими отличиями. Игра получила высокие оценки за впечатляющие визуальные эффекты, разнообразный геймплей и прекрасный саундтрек. Уровни отличались по сложности. Многие очень часто стопорились в каком-то одном месте, приходилось набираться терпения и переигрывать. Игра даже была номинирована на звание «Видеоигры года» в 1995 году. Очень красочная была игра для данной консоли, особенно ее оценили фанаты мультфильма. Игроки направляют ковбоя Вуди через несколько этапов, которые охватывает весь сюжет мультфильма. Между игроком и целью каждого уровня лежит несколько препятствий, в том числе ассортимент врагов. Вуди оснащен кнутом, который временно связывает противников, позволяя Вуди пройти мимо них без урона. Уровни отличались друг от друга, и их на секундочку было аж 18. Где-то мы управляем ковбоем Вуди, как в обычном платформере, где-то мы управляем машинкой, где-то мы управляем полетом самого База Лайтера, где-то мы ездим на скейте, где-то мы управляем от первого лица. Игра никогда не даст вам скучать. Сюжет, если вдруг кто-то не смотрел мультфильм, подается в виде текста и фоток из мультфильма. В итоге получился очень разносторонний, юморной и захватывающий проект. Спасибо большое авторам. Итак, как я говорил в самом начале, очень сложно было делать выбор. Я дико хотел упомянуть и Vector Man, и Rock'n'Roll Racing, и Тини Туна, и Короля Льва, это просто прекрасный образец платформера, Робокопа против Терминатора, Desert и Urban Strike. Правда, очень много по-настоящему крутых и достойных игр. Ребят, я прошу вас, кто смотрит видео, напишите в комментариях свой топ-10 игр Sega. Буду рад, если у меня с кем-то будут какие-то совпадения. А закончить это видео я решил игрой в жанре стратегия, игрой, которая может себе позволить считаться одной из лучших игр в этом жанре и вообще на приставке Sega. И эта игра... Dune, The Battle for Arrakis. По сюжету Arrakis — это планета с суровым пустынным климатом, важная лишь одним. В песках встречаются месторождения ценного вещества — пряности. В оригинале это английское слово spice. Игрок берет на себя роль командира армии одной из трех галактических династий или домов — Артрейдасов, Ордосов или Харконненов. Задача игрока — стать полноправным хозяином Дюны. Для этого нужно завоевать целевую территорию, поделенную на 9 секторов. Игра стала популярной благодаря нестандартному на то время игровому процессу, качественному графическому и звуковому оформлению, а также благодаря тому, что для полноценной игры не требовалось знание сюжета романа. Все, что нужно было знать, игра рассказывала на месте. Она оказала существенное влияние на развитие жанра стратегических игр в реальном времени. Ни один из элементов игры не являлся уникальным для того времени, но разработчиками была предоставлена удачная комбинация тумана войны, экономической модели, сбора ресурсов и способа отстройки базы, что стало шаблоном для последующих создаваемых игр жанра. А появилась
игра в 92-м году для системы MS-DOS, и спустя 2 года она оказалась на консоли Sega, где, в общем-то, все в нее и играли. Это действительно была первая стратегия в наших жизнях, и игра также по-своему уже тогда учила нас думать, как победить соперника, как быть умнее и предусмотрительнее его. По сути, чем-то напоминает шахматы, где твоя главная база — это король, а твои войска — это пешки и прочие фигуры обороны и нападения. Играть вот в такие игры — это и удовольствие, и польза для мозгов. Фух, было очень сложно. Я несколько раз добавлял или убирал из топа ту или иную игру. Думал, что уже никогда это видео не закончу. Вообще, я немного жульничаю, когда добавляю в один пункт несколько частей игр в рамках одной серии. Но делаю я это только в случае, если игры максимально похожи друг на друга. И что хочу сказать, в следующем видео задача будет еще сложнее, потому что речь пойдет о десятке лучших игр с первого поколения консоли Sony PlayStation. Там надо хотя бы уже топ-20 делать, чтобы было где разогнаться. Но изначально я решил, что в этом мини-сериале должно быть по десятке лучших игр с каждой консоли, по моему скромному мнению, которая, я надеюсь, где-то пересекается с вашим. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, вам было не скучно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго.